Сегодня у нас большая стирка. То есть чистка. Давайте заглянем внутрь. Что у нас здесь? Сразу видно. Много ездили, но мало ухаживали. Здесь у нас жирные пятна, застарелая грязь, кто-то терся, что-то пролили. Самое время попробовать Special Cleaner Concentrate. Замечу, что средство очень концентрированное. У грязи нет шансов. В нашем случае все не так запущено, поэтому мы его разбавим. Разбавьте средство согласно инструкции. Нанесите на грязную поверхность при помощи триггера. Затем протрите мягкой щеткой до удаления пятен. Средством можно очистить ткань, кожу, пластик в салоне и даже крышу кабриолета. Конечно, если он у вас есть. Ну а если нет, используйте для очистки всех остальных поверхностей Special Cleaner Concentrate.